Одну из бригад муниципального предприятия благоустройства направили на улицу Карбышева. Тут развернулись работы по аварийно-ямочному ремонту. Этот вид ремонта является поддерживающим и единственно возможным в межсезонье, пока среднесуточные температуры воздуха не достигнут плюс 10 градусов и выше. Каждый день на разные адреса выходят 4 бригады. Во время работ дорогу не перекрывают, движение осуществляют по свободной полосе. Устанавливаются специальные знаки, информирующие водителей о проведении ремонта и направлении объезда. Перед началом работы ямы обрезаются. Им придают нужную геометрическую форму. Затем локации вычищают при помощи трактора со щеткой. При необходимости некоторые участки осушают с помощью компрессора. И только после этого укладывается литой асфальт. Его подают из кохера. Раскручивает, нагревается, выходит литой асфальтобетон уже нагретый. Минимальная температура смеси 210 градусов. При такой температуре остатки влаги выпариваются с дорожного покрытия. Водителям не рекомендуется проезжать по отдельным участкам после укладки литого асфальта еще 15-20 минут. Это позволит смеси застыть полностью. За подготовкой локаций и качеством асфальтобетона следят на всех этапах. Отборы ведутся постоянно по каждой отпускании завода. При этом берутся пробы как завода, так и после выполнения работ непосредственно на тех участках, которые проводились ремонт. При этом контролируется температура смеси на момент укладки. Сегодня в графике работ 7 объектов дорожно-уличной сети. В настоящее время список участков, требующих поддерживающего ремонта, включает в себя 102 объекта. На 50 из них работы уже завершены. Новые объекты добавляются в список Департаментом городского хозяйства и экологии после выездных проверок территорий. Этим занимаются сотрудники муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». При корректировке списка учитывают обращения горожан. Ведется и контроль за отработанными локациями. В случае необходимости ремонт будет переделан, но пока этого не требуется. Уложенный асфальтобетон в текущем сезоне не разрушился ни по одному адресу. Повторный выезд на участке все же бывает необходим. Это связано с нарушением целостности всего дорожного покрытия и цепной реакцией. Скоро начнется ремонт малыми и большими картами. При этом параллельно продолжаются работы по аварийно-ямочному ремонту. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.